Раскрыть свои юмористические таланты перед большой публикой выпала возможность 6 командам шутников на полуфинальном поединке КВН «Семь ветров». Участники из УЛГУ, УГСХ, УЛГТУ, УЛГПУ, студенты Пензенского университета и команда КВН «Волга» преодолели 3 этапа конкурса – визитка, разминка и музыкальный номер. Однако значимым событием юмористического вечера стали вовсе не выступления конкурсантов. Один из участников команды УЛГПУ на сцене перед залом сделал предложение своей возлюбленной. Осталось один маленький нюанс, который я хочу закрепить с этой лигой. Именно воспоминания, которые стоят, мне кажется, этого. Именно с этой лигой. Жень, выйдешь за меня замуж? В финал вышли участники из Пензы, шутники из УГСХ, УГТУ и ребята из команды «Волга», завоевавшие наибольшее количество баллов и зрительских оваций. Юлия Дегтярева, Павел Макаров, Новости Ульяновской правды.